Фондач Вартовый, курс Зюит-Зюит-Вест. Одна из трасс регионального значения сегодня больше напоминает море. В Черемховском районе талые воды затопили дорогу между селами Голумети и Анот. Сейчас автомобилям приходится в прямом смысле этого слова здесь плыть. Хотя лишь в прошлом году этот отрезок дороги был капитально отремонтирован, и чиновники из местной администрации уже пытаются разобраться, что же это за ремонт такой, который не выдержал и первой весны.